Добрый вечер еще раз. Мой доклад будет как раз частичным ответом на вопрос, кто бреет Бродобрея в отдельно взятой, достаточно узкой, но интересной экосистеме. Как вообще готовят дистрибутивы строители, то есть как появляются новые люди, которые разрабатывают дистрибутивы Linux в данном случае, и каким образом эта экосистема поддерживает себя и пополняется новыми кадрами, как происходит этот процесс. Вообще, почему люди становятся разработчиками дистрибутивов, да, что является мотивацией? Причины, конечно, есть разные у разных людей, но самое главное — это когда не хватает каких-то приложений в репозитории. Вот есть какое-то, допустим, узкоспециализированное приложение, научное, там, образовательное, да, вот хочется, а нет. Ну что делать? Самим надо собирать. Вот. Мотивация такая есть. Мотивация есть в том, что хочется более свежих версий, но не успевает текущий мейнтейнер все обновлять. Да? Или копятся какие-то ошибки, которые никто не исправляет. Вот. Собственно говоря, вот совокупность этих причин — это и есть главное, что сподвигает большинство людей на то, чтобы стать самим разработчиками дистрибутивов. Естественно, обычно ими становятся люди, которые уже являются опытными пользователями. Да, и, исходя из своего практического опыта, потребность такая у них возникает. Но ситуации бывают разные, это не догма. Какие требования кандидату, который вот хочет стать таким разработчиком? Ну, просто технические требования на порог вхождения к процессу обучения. Это умение работать с системой контроля версии. Обычно это Git в современном мире, но в зависимости от апстримов это может быть что угодно. Там Mercurial или Subversion. Это умение компилировать программы, понятно, но если человек собирает пакеты, он должен уметь их компилировать, должен владеть основными сборочными системами, которые они собираются. Базовое умение собирать пакеты, ну, в случае с альтом, да, я говорю на примере двух дистрибутивов, где есть личный опыт разработки, это альт и это генту. То есть здесь, соответственно, вот некоторые параллели будут идти. Значит, соответственно, в альте это умение писать спеки, в генту это умение писать e-билды. Вот. Ну и навыки работать с кодом программ, потому что бывает, патч не накладывается, надо разобраться, надо понять, чем там проблема, надо какой-то мелкий баг исправить. Естественно, нужно хотя бы примерно знать языки программирования, на которых написан пакет, который собирается. Опять же, это не догма, но это весьма желательная вещь. Вот, казалось бы, если у нас человек уже это все умеет, да, чем он не разработчик дистрибутива? Но нельзя так просто взять и собрать пакет в репозитории. Почему? Потому что когда человек собирает пакет вот для своих каких-то собственных задач, он собирается именно вот под какую-то конкретную цель, что-то исправить, что-то обновить, чтобы у этого человека работало. А дистрибутив и репозиторий — это что-то гораздо более широкое. Нужно, чтобы, во-первых, оно работало у всех. Во-вторых, чтобы оно не сломало уже существующие пакеты. Да? А работало у всех — это включает работу на разных архитектурах, в разных окружениях, включает всякое многообразие применений. Соответственно, по сломам это тоже, если какая-нибудь библиотека, она может разломать пол репозитория. Да? То есть здесь требуется весьма аккуратная работа, и вот обучение этому уже занимает существенный ресурс. То есть разработка дистрибутива — это командная работа. И в этой командной работе очень важно владеть культурой открытой разработки, когда люди умеют правильно сегрегировать свои изменения на коммиты, когда люди умеют комментировать эти коммиты нужным образом, когда люди умеют работать с чужими пакетами, так чтобы им потом не прилетело от владельцев этих пакетов. Соответственно, нужно уметь взаимодействовать с другими разработчиками. И по сути дела, что такое включение в команду разработки дистрибутива? С социальной точки зрения, это в первую очередь получение доверия, что да, вот мы этому человеку уже доверяем, что он обладает нужными компетенциями всей полнотой, да, чтобы дальше продолжать работать. В чем процесс обучения заключается? Здесь нет каких-то лекций, семинаров. Здесь обучение идет на практике. Человек учится сам, а ментор, его наставник, да, он отвечает на его какие-то вопросы, проблемы, какие-то сложные случаи рассматривает. И опыт, в том числе личный опыт, показывает, что самое лучшее обучение — это обучение на примерах. Берем репозиторий, смотрим, как эту проблему уже решают другие люди, да, и, исходя из здравого смысла и документации, решаем ее самостоятельно. В случае с Gentoo это вообще просто, там один единственный репозиторий сразу на все e-билды. В случае с Alt-ом это сложнее, потому что у каждого пакета свой репозиторий. Но вот по ссылочке номер 4 есть как раз мет-репозиторий спеков альтовых, и с ним очень удобно работать. Ссылочки они в конце, на последнем слайде все будут. Значит, на реальных задачах найти задачу не проблема вообще, потому что багзилы просто ломятся от незакрытых багов. Вот.
Соответственно, в процессе обучения очень важно изучить то, что в процессе сборки она должна быть изолирована. То есть у вас отрубили интернет, да, нет доступа к сети, сборка должна быть автономной, это все должно работать, должны проверяться доверенность источников, часто это подписи апстримов на всевозможные пакеты. Почему это важно? Вот у меня один подопечный как раз кандидат был, да, и он, ну, по сути дела, слился, когда узнал, что вот он не может в процессе сборки таскать пакетики из интернета. Ну, конечно, не может, потому что это будет уже и недоверенная, и невоспроизводимая сборка. Вот. Так что наиболее частые задачи, которые решаются кандидатами, это добавление или улучшение пакетов, которые нужны этим кандидатам в процессе обучения. Какие есть особенности в Альте, да, что самое сложное в процессе? Каждый пакет в собственном репозитории, существует очень много способов введения этих самых репозиториев. Их можно ввести в SRPM, их можно ввести в Git. Нужно знать все эти методы. Зачем их нужно знать? Затем, что вы будете работать с пакетами других людей, и, соответственно, ну, нужно работать в том стиле, который используется. Зачем нужны SRPM? Да? Казалось бы, в век Git-а. Они нужны для массовой автоматизированной сборки всяких там мелких однотипных модулей, вроде Perl, Python и тому подобное. Git там, я даже затрудняюсь сказать полное количество способов введения репозиторий, потому что они в разных плоскостях ранжируются. Допустим, можно ввести линейную репозиторий, можно отдельную ветку под апстрим держать. Можно импортировать тарболы, можно всю историю апстрима. Патчи можно держать в виде файлов, а можно в виде комментов веток. Можно использовать автогенерацию шаблонов. Да? То есть вот возьмите все эти возможности, перемножьте, и получается количество многообразия. В общем, в этом главная сложность изучения. Есть очень интересные механизмы автоматизации сборки. CronBuild, когда уж пакетик автоматически обновляется. Ну, бывают пакеты, которые при обновлениях правила сборки не особо меняются, а обновление частое. Это очень удобная штучка. В гентушке что сложно? Это же не дистрибутив в обычном плане, это универсальный конструктор для сборки других дистрибутивов. И поэтому нужно поддерживать огромную работу вашего ПО на огромном многообразии. Куча архитектур, разные системные библиотеки. Мне вот иногда прилетают баги, что на мёсле не собралось. Да? С этим приходится разбираться, поднимать там контейнеры с этим мёслем. Разные системы управления. Это один из немногих дистрибутивов, где до сих пор можно спокойно жить без SystemD, с OpenRC и параллельной загрузкой. Вот. Огромное количество комбинаций use-флагов, которые заключаются в том, что ну, что такое useFlag? Это опция конфигурации, грубо говоря, пакета. Да, пакет можно собрать, допустим, с поддержкой PNG, JPEG, LDAP. И, допустим, вы его хотите собрать с поддержкой PNG и без поддержки LDAP. Да? Вот все это в Gentoo надо уметь реализовывать, это техническая сложность. Есть сложности с YAPI. YAPI — это стандарт написания, ну, грубо говоря, версия языка, на котором eBuild пишется на основе Shell. Они частенько обновляются. Вот после того, как кандидат всему этому на опыте, на практике, потом и кровью научился, да, есть всегда независимая проверка знаний. Почему она нужна? Потому что ментор тоже человек, он может ошибаться, он может не доглядеть. Вот. Поэтому все дистрибутивы со временем выработали те или иные механизмы независимой проверки. В Gentoo это процесс написания квизов и общения с рекрутерами. В Альте это так называемое рецензирование, где другой разработчик, независимо от наставника, смотрит работу кандидата, смотрит, есть ли там какие-то ошибки, вот, и, соответственно, задает вопросы по этому всему. Если кандидат отбор не прошел, такое частенько бывает, то процесс итерационно продолжается, либо пока он не пройдет, либо пока не надоест это все. Вот. Значит, для чего вся эта строгость вообще нужна? Потому что во всех дистрибутивах есть суровый, но справедливый QA, который следит за качеством репозитория, да, за тем, чтобы это собиралось. И если новичок будет собирать ерунду, ему прилетит. Если ерунду собирать слишком часто, то можно вылететь из команды. Ну, в Альте, по-моему, только один или два таких случая было. Это очень постараться надо в Gentoo регулярно, если кто-то какую-то ерунду делает и не слышит, что не надо ее делать. Вот. После того, как человек стал разработчиком, какие есть еще дальнейшие перспективы? Можно к разным группам внутри дистрибутива. Кто-то security занимается, кто-то занимается тематическими языками, вот. Кто-то занимается инфраструктурой, да, инфраструктурой сборки, либо программным обеспечением именно самих инструментов сборки, ну, например, как Portage в Gentoo или Hasher, Girar в Альте. Вот. То есть это все дороги открыты, да, если это интересно. Вот, это все доступно.
Значит, сколько по срокам занимает обучение? Тут надо понимать, что и кандидаты, и их наставники — это волонтеры. Все зависит от количества свободного времени. Типичный срок где-то полгода-год получается. Ну, я не утверждаю, что это медианное статистическое значение, у меня просто нет полной статистики, но это так, по наблюдениям выглядит. Разброс очень широкий, бывает, человек за несколько недель проходит, а бывает, могут уйти просто годы, если кто-то не очень шевелится, или ментор, или сам кандидат. Но это вполне выполнимый процесс, кому интересно. И вот таким образом идет подготовка кадров. Понятно, со временем кто-то может уходить из дистрибутива, если надоело и хочет человек еще чем-то заняться. Поэтому некоторая такая условно текучка, вот по генту это видно, она имеется. В этом ничего плохого нет, люди поработали, сменили как бы. Да. Самое главное, что сохраняется поток, сохраняются новые. Вот. Так что... Что можно отметить? Что это двери, которые открыты для всех. Вот. Тут главная мотивация и усердие. Вот. Это очень хороший социальный лифт. В Генту была весьма интересная ситуация, когда кандидат имел докторскую степень, а рекрутер в то время был студентом. Совершенно в другой стране, они были не связаны друг с другом. И кандидат просто не прошел рекрутинг, у него не было полноты навыков. Ну, на следующей итерации он исправил проблемы, прошел, но чем... Эта система хороша. Здесь значение имеет только технические навыки и некоторые социальные навыки по взаимодействию человека. А его статус, там, образование, должность — это все не играет особой роли. Это все очень ценный опыт, да, потому что это, ну, действительно такая технически сложная отрасль. Вот, это просто интересно. Так что вот так. Все, всем спасибо за внимание. Есть вопрос? Вот, на мой взгляд, очень важный вопрос, когда речь заходит о подготовке людей, ментейнеров, это обучение и готовность, вообще готовность человека взаимодействовать с апстримами. Потому что далеко не все люди, во-первых, готовы преодолеть какой-то социальный барьер, языковой барьер. Кто-то замыкается сам себе и не готов слать патчи в апстрим, считает, что вот он что-то наколхозил, и так сойдет. Вы можете это как-то прокомментировать? Смотрите, вообще да, вы важный вопрос подняли. Это весьма желательная практика взаимодействия с апстримами. Но жесткого правила, что ментейнер обязан заапстримить, нет, по той простой причине, что апстримы тоже бывают разные. Есть апстримы, которые с радостью берут, а есть те, которым вообще нафиг это все не надо, и у которых как бы свой взгляд на вещи. Или просто они не заинтересованы в функциональности, которую им предлагают. Так и форки иногда появляются. Поэтому да, это важно, вот, это очень ценный навык, но это не критическое требование, без которого человек не может стать ментором. Я согласен, просто вопрос, нет ли какого-то, может, опыта, как подводить людей к этому, чтобы они... Вот, начинали взаимодействовать. Ну как подводить? Просто предложить человеку, что ну вот сделал патчик, отправь его туда-то. Вот. Если там будет доброжелательный как бы, какой-то ответ, то за разумное количество итераций этот патчик можно отправить. Вообще, какая главная мотивация апстримить? Это меньше работы для себя любимого. Да? То есть, если вы что-то заапстримили, то это поддерживает дальше апстримывание вам. Еще я бы сказал, что важно бывает помочь человеку хотя бы на первых порах написать текст, потому что, смотрите, насколько я видел, у многих людей возникают проблемы именно с формулированием, смотрите, своих мыслей. Понимаете, как я уже говорил, ментор не является преподавателем. Он — это человек, который вообще занимается другой работой. Да? Он отвечает на какие-то вопросы, он указывает. Но если кандидат не может написать текст на английском, простенький, ну, может быть, ему стоит еще поучиться. Ну, тут от ситуации, наверное, зависит. Тут. Может, так. Один раз показали, пойдем. Давайте тогда. Спасибо. Еще вопрос. Спасибо большое.